Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем несколько интересных фактов о кокер-спаниелях. Трудно найти ребенка, да и взрослого, у которого бы эти замечательные собачки не вызывали положительных эмоций. Чем же так привлекательны эти собаки, и что интересного можно о них рассказать? У этих собак отличное чутье. Именно поэтому английских кокеров можно часто встретить в рядах полицейских собак. Животные с кукольной внешностью несут серьезную службу, ищут взрывчатку. У них настолько чуткий нюх, что хозяева при поиске стараются усложнить задачу. Перебивают запах наркотиков другими запахами, бензина, например. Однако маленькие собачки умело отыскивают среди одинаковых коробок именно ту, в которой лежит предмет поиска. Кокер-спаниели очень любят путешествовать. Лучшего напарника для кругосветного путешествия просто не найти. Вместе с хозяином кокер пойдет и в горы, и в морское плавание. Кокер-спаниели с разным окрасом шерсти имеют разный характер. Так, особи светлого цвета более послушные и покладистые, а темного более активные. Кокер-спаниели очень чувствительны, их нельзя воспитывать в излишней строгости. Агрессивное воспитание может дать обратный эффект. Собака станет непослушной, порой будет вести себя совсем неадекватно. У питомца появятся нервозы, а по отношению к чужим людям он начнет проявлять агрессию. Потом перевоспитать такого пса будет крайне сложно. Само название породы отображает основную идею ее создания. Многие исследователи утверждают, что слово «кокер» произошло от слова «кулик». Так было отображено предназначение кокеров – охота на птицу, не только сухопутную, но и на водную. Спаниели прекрасно поддаются дрессировке, преданы хозяину и членам его семьи, дружны с детьми, отлично уживаются с домашними животными. Идеальная собака для человека, впервые решившего завести четвероногого друга. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.